Если изучать юг, где у Ку-Клукс-Клана было 3 миллиона участников, можно выяснить условия, которые привели людей к принятию взглядов Ку-Клукс-Клана. Не нужно изучать клановца, он лишь продукт этой среды. Но психиатрия изучает человека. Почему тебе не по себе? Что вызывает это чувство? Может быть, ты ненавидишь деда или бабушку? Они пускаются в философию, а нужно изучать среду. Изучая среду, можно выяснить все, что угодно об индейце и его поведении. Или об амазонском каннибале, если изучать его родную среду.